Красноярске торжественно проводили призывников к местам службы. По традиции, с напутственными словами, к ним обратились известные люди края. Среди них были олимпийский чемпион по борьбе Алексей Шумаков и депутат Государственной Думы Юрий Швыдкин. Они пожелали ребятам достойно отслужить. Всего в эту кампанию от Красноярского края отправятся в армию около 2500 молодых людей. Призыв уже заканчивается. Как отметили в военкомате, все идет по плану. Сегодня ставка делается на ребят, которые должны быть готовы к службе в армии, до призывной подготовки, но и непосредственно в рамках службы повышать уровень боевой подготовки, твердый уставной порядок, крепкую воинскую дисциплину. Предполагается проведение учений в различных подразделениях. Конечно, это будет все направлено на повышение боевой готовности. То, что ребята идут служить, это для них торжественное событие и очень важное событие в жизни каждого из них. Я в этом просто убежден.